Друзья, перед вами Mercedes Maybach GLS 600. Сейчас мы вместе с вами посмотрим, насколько себя комфортно чувствуют пассажиры второго ряда. Открываем дверцу, и нас встречает выдвижной порог. На втором ряду всего два посадочных места. Сиденье с электрорегулировками и памятью настроек в двух позициях. Есть обогрев, вентиляция, массаж. Пульт управления положением сиденьем расположен в дверной карте. Вот мы его сейчас видим. На окнах есть шторочки с электроприводом. В спинках переднего ряда встроены два ЖК-монитора. Здесь навигационная система, радио. Можем установить свой носитель. Выбрать подсветку салона, включить массаж сидений. Выйти в интернет, либо выбрать свои установки. В центральной тоннельной части подстаканнички. Они, кстати, охлаждаемые, либо подогреваемые. Эта ниша у нас закрывается. Климатическая система четырехзонная. 4 Type-C разъемчика. Здесь у нас расположились раскладные столики. Вот так вот они раскладываются. Вынимаем. Отпускаем. И поворачиваем. Здесь мы можем разместить ноутбук. Либо выпить кофе с любимым бургером. Складываем. Все элементарно просто. Далее у нас расположен холодильник. Две бутылки вина, думаю, туда войдет свободно. Крыша у нас огромная, панорамная. Стоит этот весь комфорт 33 миллиона рублей. Ну как вам, друзья, такая обстановка? Пишите в комментариях.